Минсельхоз России готов усилить господдержку молочной отрасли, в частности, увеличить компенсацию прямых затрат на строительство молочных ферм с 20 до 35%. Об этом министр Александр Ткачев заявил, выступая в Госдуме на правительственном часе. По оценкам Минсельхоза, для интенсивного развития молочной отрасли надо увеличить поголовье коров на 1 миллион голов. Это позволит через 5 лет произвести около 37 миллионов тонн молока в год, тем самым увеличить производство на 6 миллионов тонн. В настоящий момент дефицит молока оценивается в 8 миллионов тонн. Минсельхоз России предлагает вдвое увеличить размер гранта начинающим фермерам на создание молочных ферм с 1,5 до 3 миллионов рублей.